Всем привет! С вами Ира и канал «Готовим с любовью». Сегодня мы готовим постные и простые рецепты домашнего печенья на растительном масле. Мы приготовим печенье с яйцом и без яйца. Оба варианта приготовлены на растительном масле. Печенье очень вкусное и нежное. Обязательно приготовьте. Радуйте свою семью только домашней выпечкой. Смотрите видео и готовьте вместе со мной. Первый рецепт печенья на растительном масле. Для этого теста нам нужны будут следующие продукты. Одно яйцо, 70 граммов сахара, щепотка соли, 1 пакетик ванильного сахара, 40 миллилитров растительного рафинированного масла, пол чайной ложки разрыхлителя и 200 граммов муки. Тесто готовится очень быстро, я его замешиваю в кухонной машине. Яйцо, ванильный сахар, соль и обычный сахар взбиваем. Сбили одно яйцо с сахаром. Далее я меняю насадку. Буковка К. Это для песочного печенья. Замешивать тесто я буду в кухонной машине. Мне удобно и проще. Выливаем растительное рафинированное масло. Включаем на маленькие обороты. Разрыхлитель добавляем к муке. И теперь по 1 столовой ложке добавляем муку в тесто. Печенье по этому рецепту получается вкусным, песочным, рассыпчатым. И последнее мы добавляем 1 столовую ложку молока в тесто. Тесто собралось в комочек. Достаем. Смотрите, вот оно все намотанное у нас на насадку. Не прилипает к рукам. Очень хорошее тесто. Пластичное. Хочу вам сказать, смотрите, оно пластичное. Хорошее вот. Не прилипает к рукам. Руки чистые. Прекрасная консистенция теста. Теперь кладем в полиэтиленовый пакетик теста и отправляем в морозильную камеру на 15 минут. Достали тесто с морозилки. Тесто прекрасное. Разровняли пальцами сначала. Слегка посыпали силиконовый коврик мукой. Присыпали сверху чуть-чуть мукой и раскатываем. Если у вас нету силиконового коврика, раскатывайте на пергаментной бумаге. Толщина теста 3 мм. Теперь я беру формочки. У меня есть вот такие со штампами. Даже не обязательно разрисовывать пряники. Моему сыну очень нравится свинка Пеппа и ее друзья, поэтому сегодня готовим для него печенье. Снимаем остатки теста. Теперь смотрите, вот у меня такой штамп. Вмакаем его в муку, стряхиваем. И теперь смотрите, что мы делаем. Просто придавливаем сверху. Вот осинка. Вот еще одна. Печенье ставим в разогретую духовку на 180 градусов на средний уровень. Режим вверх-вниз. Печенье выпекалось 15 минут. Следующий рецепт постного печенья на растительном масле. Для этого теста нам нужны будут следующие продукты. 200 граммов муки, 70 граммов крахмала, я брала кукурузный крахмал, 100 граммов сахара, 1 чайная ложка разрыхлителя, 1 пакетик ванильного сахара, щепотка соли, 100 мл воды и 75 мл растительного рафинированного масла. Готовится это печенье проще некуда. В миску я высыпаю муку, ванильный сахар, соль, разрыхлитель, сахар и крахмал. Венчиком размешиваемся. Хорошо-хорошо перемешали массу. Теперь добавляем водичку.
И продолжаем вымешивать. И сразу же добавляем растительное рафинированное масло. Продолжаем вымешивать тесто. А теперь берем и руками вымешиваем. Тесто пластичное, не прилипает к рукам. Смотрите. Тесто готовится очень быстро. 2 минутки и тесто наше готово. Не прилипает к рукам. Вымешиваем. И сейчас я покажу, как мы будем готовить печенье. На силиконовый коврик выкладываем наше тесто. Руки слегка смочили в воде и разравниваем тесто. Не нужна нам ни скалка, ничего. Для удобства можно и в растительном масле смочить. Растягиваем тесто по поверхности коврика. Прямоугольный пласт. Разровняли тесто. Теперь смотрите, я использую начинку. Измельченные грецкие орехи с сахарной пудрой. Можно использовать корицу, смешанную с сахаром. И получите очень вкусное и ароматное печенье. Тут уже вы можете экспериментировать. Нам очень нравится именно начинка с грецким орехом. Дополнительную сладость придает и аромат, конечно же, ореховый. Разровняли. В пост это печенье как палочка-выручалочка. Я думаю, всем нравится кушать сладкое, а в пост этот рецепт просто находка. Теперь смотрите. Сворачиваем рулетиком. Без суеты. Вот. Главное, начинку на край не выкладывать. Рулетик подровняли. Тесто очень мягкое. Духовочку включили разогреваться. Теперь берем пластиковый нож и разрезаем. Придавливаем печенье руками и выкладываем на силиконовый коврик. Снова разрезаем, выкладываем и придавливаем. Вот так на одной поверхности мы и приготовили печенье, и будем выпекать его. Печенье ставим в разогретую духовку на 180 градусов, на средний уровень. Режим вверх-вниз. Печенье выпекалось 25 минут. Вся выпечка на растительном масле, она не румяная, поэтому не передержите и не пересушите в духовке. Смешали сахарную пудру с корицей и посыпаем печенье. Дорогие подписчики, вы меня просили показать рецепты постного печенья. У меня даже есть и без яиц, и с яйцом. Надеюсь, я выполнила вашу просьбу, и вы с радостью в пост будете выпекать это печенье. Удачной вам выпечки и хорошего настроения на целый день. Ну а теперь осталось лишь продегустировать печенье. Скажу вам сразу, печенье мягкое, с ореховым ароматом. Очень нежные. Сверху посыпано корицей. Прекрасно дополняет вкус печенья. Печенье отлично подойдет в пост. Хочу вам еще раз разломать. Посмотрите, какое оно красивое. Влажноватое внутри, мягкое. Сверху хрустящее. Внутри мягкое. Второе печенье совсем другое по структуре. Во-первых, оно песочное. Смотрите. Не крошится. Прекрасная структура.
с ароматом ванили к чаю именно то, что нужно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. А с вами была Ира и канал «Готовим с любовью». До новых встреч! Пока-пока!